Итак, поехали, ребята, челлендж без звука. В смысле, без звука я не слышу звуки, а вам я оставил, естественно, звуки, иначе что будете, пустой стрим слушать. Лего, не рви. Не рви? Не реветь или не рвать? По сути, топ-3 это надо гаситься и все. От первого легче будет. Ну да, возможно. Но это полыхание жопы на самом деле. Это полыхание жопы. Я сейчас попробую максимально отыграть по тактике крысинга. Лютого такого. Прям лютейшего. Ох, какой ужасненький. Блин, мне нужно даже следить, кто куда упал. Как-то от этого двигаться. Так. Спасибо за донатик. Старый, спасибо за 50 рублей. Алде на месте. Привет, Легасик. Смотрю тебя last day. Помню твои куханы. Якутск, здорово, всем спасибо. Всем привет из Якутска, старый. В том же духе. Кто играл в X-машину? Я хотел бы ее пройти. Используй силу, Люк. Скайуокер. Вообще, я поехал через Санта-Мартин в Ля Кобрера и гасился бы там до последнего. Блин, говорит, ты это, говорит, жесть. Если получится, то ты бог всем богам. Удачи, бро. Спасибо, сейчас попробую сделать. Ну, бля, это очень тяжело. Очень. Просто без звука. Я просто сейчас слышу, как у меня на улице идет дождь. Вы слышите? Такой звук. Вот что я слышу. Бля, ВХ надо как-то включить тогда уж, чтобы изи 3К-шка получилось. Со мной летят, интересно, сюда, в большой город? Конечно, летят, лол. Так, я могу взять пикапчик и свалить отсюда. В дальние края. Тупо лакабреро по фулу залутать, а потом тупо крысить. Но я не услышу, как я буду вообще сражаться, я даже не понимаю. Еще на Мирамаре, блин. Я клавиатуру слышу, как я ее щелкаю, лол. Спасибо за донатик. А. Ты крут. Чё? Ты крут, не скромничай. Гасись. Мирамар — большая карта. В упор не надо гаситься. Да хз. Хорошо, что у меня плюс 26. Да вам везет, блин. Блять, звук сломался, наверное, да? Нет? У вас там звук работает вообще или нет? Я ничего не понимаю вообще. Смотрю вроде на ползунок ОБСа. Не, вроде нормально, да? Короче, поехали. Это писос. Это писос. Так, может быть, здесь залутаться? Да, подсказки бесполезны, потому что задержка где-то 15-30 секунд специально сделана, чтобы не застрим-снайпери. Если будете мне говорить, то говорите, я буду чат читать. Хотя бы, если я буду гаситься, то я могу прочитать чат, что типа, Лего, тебя идут рашить, а я, допустим, на втором этаже сижу, чтобы понимать потом, как уходить из этого дома. Пиздец, это очень тяжело. Чик-чик. 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 Чик. Чик-чирик. Не, ну дед, конечно, настройки — это такое себе развлекалово. Я бы хотел бы что-нибудь посерьезнее. Блин, ну поехали дальше. С дедом такое себе. Вот сюда вот уеду и буду там сидеть. Ну как вот, Легасик, ну как? Легасик просто сокращает, сука, пути. Пошла жара несусветная. Я даже не знаю, я такое ощущение, что я дебил, просто сам с собой разговариваю, у меня даже нету звука в игре. Это такое чувство вообще беспонтовое, я вам честно скажу. Это такое чувство, как будто тебя обделили. Ты просто типа играешь на фоне просто, а с чатом смотришь и все. Что там, есть кто-нибудь рядом со мной, нет? Кто-нибудь хотя бы проезжал или что? Я сейчас могу долутаться здесь.
Давай троллить Лего. Нет, я тогда не буду чат смотреть, если вы будете меня троллить. Давайте по чесноку. Вы хотите, чтобы Лего был опять бомбил? Плакал здесь, сидел? А чё? Давайте без этого. Помогите Легасу собрать лилии на посудомойку. Чтобы она мне мозги потом не парила. Помоги мне посуду помыть. Помоги мне посуду помыть. А я ее и не мою вообще. Валить надо было отсюда. Мне кажется, тут сейчас все плохо будет. Блин, ну что, я так и не доеду до Ля Кабреры полутать. А с вантапкой кого я там выиграю? Пиздец, до топ-3, это вообще нереально. Это нереально. Да, проиграл. Да, троллить. Нет никого. Олег, турниры попуга не намечаются? Не знаю, не слежу за турнирами. Мне интересно. За тобой тачка едет? Да идите отсюда. Какая тачка за мной еще едет? Никакая за мной тачка не едет. Алло! Алло, блядь! Тачка у них едет за мной. А ну-ка там собрались с мыслями. Ты умеешь плакать? Ты ж такой здоровый дядька, не верю, что ты умеешь плакать. Конечно, умею. Вот так вот, короче, сидел, я смотрел фильм «Зеленая миля» и, блядь, вот здесь прямо, сука. Прям сильно в горле, прям вообще сильно. Мышонка этого здорового афроамериканца. Я прям вообще чуть не заплакал. Не заплакал, блядь. Афроамериканцу жалко. Афроамериканцу жалко, блядь. И мышонок там был. Так, поехали. Опа-на. И кому я буду заряжать, интересно. Уже переигрываешь? В смысле переигрываешь? У меня слезы настоящие пошли. Чего я переигрываю? Я показываю, что я могу быть актером. А, блядь, уже зона. Ехать пора. Ехать пора. Сыграл как Ди Каприо. Вот, видите? А вам не нравилось. Машина, мотик, мотоцикл. Мото проезжает. Где? Где? Моцик, 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 как поцик. Нифига не весело на самом деле. Моцик, как поцик. Мото рядом, мотик. Понял, спасибо. Понял, спасибо. Но я так понял, я уже уехал от моцика, да? Да дай какую что-нибудь зажимать-то мне уже, а? Где на зажим пушки? Это мой последний дом, скорее всего, который я смогу залутать. Слезы, да, это да, но со звуками на портаче слегонца. А так да, норм, если бы слов поменьше. Спалился? А чё? Луга по тебе стреляют. Убирай наушники дальше. А куда я их могу дальше-то убрать? Я хрен его знает. Вот туда давай. Все, убрал.
Так. Ну все, по идее, Скорель. И все. И все, поехали. Дробаш на зажим. Нет, спасибо. Олежа проехал Путин с мигалками. Блять, у меня ходит муха по камере. В смысле, я сейчас по идее по Тори Ахумада поеду поверху, да и все. Да я сейчас не в зоне буду сидеть, а вот здесь вот. Или вот здесь вот где-нибудь, в любом месте этом. Играет зоны? Да какой зоны? Я просто в центр сейчас уеду, да и все. Нахрен мне играть от зоны? Да ёб твою за ногу, ну чё тебя занесло-то? Да нет, глушак мне не нужен. Мне как можно больше надо выжить, и все будет спасибо нормально. Спасибо за донатик. Если ты чат не читаешь, так помогать буду. Спасибо, Семён. Да нет, читаю, зачем? Спасибо, Семён. Муха, это плохо. Там Кенни Куефа заряжает. Видели, да? Кенни Куефа там заряжает. Один Коряков, спасибо. Чё, для особо умных, если бы он слышал звук без наушников, то у нас бы он двоился. У вас двоится, но у вас двоится что-нибудь? Да я знаю, что задержка невозможна. Вы когда сказали мотик, я уже ехал, блядь, в машине, в пикапе. Где там мотик, блядь, какой мотик? Я вообще понятия не имею. Откуда мотик? Все, давайте, я это... Чатик только в экстренных моментах. Мне сейчас нужно место найти какое-нибудь. Для того, чтобы спрятаться. Держу в курсе, справа аирдроп. Ну чё, блядь, носит-то тебя-то? Откуда? Откуда, блядь? У меня еще мотик есть. На горе был, да? На 75? Это где? В смысле, я на него, что ли, еду?
Oops. I don't want to be shut up. I want to be shut up. Shut up. Shut up. You want to be shut up. Shut up. Shut up. Shut up. Помните такую песню? I want to be shut up. Как узнал, что тачку убили? Какую еще в пизду тачку? Мою, в смысле? Хуй его знает, но, блядь, по мне ебашит. ХП теряется, потом я ложусь за камень, и ХП не теряется. Поехал я дальше отсюда. Подслушиваю, хули сижу у себя трансляцию. Вывел себе, короче, на большой телевизор звук, прибавил его на полную. Сижу, слушаю. Ко мне подъехали? Да чё вы гоните? Твою мать. Вот, наверное, в этом доме я буду сидеть. Или я даже не знаю, где буду сидеть. Блядь, горючее закончилось. Ты серьезно? Мне надо где-то аптеки найти. А чё выкинуть? Зачем мне вообще, по сути, коряка, если ни с кем стреляться даже не буду? Сяду тупо вот сюда и буду просто вот так вот ждать сидеть. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep me, shut up. Да. Как уебашить муху, которая ходит по моему окну? Спасибо за донатик. Ты не знаешь, как в пуп книг поменять? Тихо. Я сейчас слышу, как КамАЗ проехал. А если где-то вот сюда вот тупо засесть и сидеть там, блядь? Или вот наоборот, в углу тогда вот здесь. Я хз, что делать? Без звука челлендж. Может, тут в этом туалете посидеть пока? Блядь, мне нельзя. Здесь идеальное место, но я не знаю, будет ли кто-нибудь сзади. Лутано, да? Да. Печально. Баги. Баги. Мне вот та гора вообще не нравится.
если честно. Килл мухи засчитывается или нет? Опа, там по-любому кто-то есть. Мне главное жопу сейчас смотреть. Опа. Здорово, батя. Палит. Давай домой. А этот куда бежал? Видел? Он кого-то пасет левее, да? Мне похеру, я буду тупо закрывать спину и насрать вообще. Блять, там народу на самом деле много, вот чё херово. Ну где, блядь? Чё, неужели больше никто не пойдет? Я даже затем лутать не пойду. Я вообще, по идее, никуда больше не пойду лутать, я имею в виду. Ну ебаный в рот, а. И где мне гаситься сейчас? Куда-нибудь вот сюда, может быть? Пожалуйста, блядь, только не за этой горой. Куда аирдроп-то улетел? Ладно. Хер... Ага, я понял, куда аирдроп улетел. Там чуваки были, двое. Что там, пикап стоял, еще какое-то говно. И все почему-то в правую зону едут. Мне не очень это нравится. О-о-о-о, видел я тебя, видел. Да видел я тебя. Спасибо за донатик. Легасик, ты видел, как Кеннис сдох от красной зоны? Не видел. Да хули он семимесячный? Что с него взять-то, он семимесячный, если? О! Спасибо за донатик. Ну как я так в камень-то попал, а? Блин, а. Чуть-чуть, сука, осталось. Я, по идее, всю правую часть вижу.
Блядь. Ну, ё-моё, ну почему куда-то туда, а? Может, тупо заехать вот сюда? Попал! Плохая позиция, могут сверху обойти и ушатать. Я могу тупо в центр заехать и там сидеть вообще в доталово. Ну там есть кто-то по любасу. Блять, и хуй знает, что делать. Блять. Как-то так, что ли, сидеть смотреть? Я вообще хз. Я не знаю, что делать сейчас. Ребят, go Lycos is a challenge. Но здесь по-любому дохера народу. Всяко будет в центр. Это плохо, что сюда. Мне надо было сразу сюда ехать и где-то гаситься. Больше не дадут спасибо подойти. Сакмакдак, спасибо за 20 рублей. Привет тебе из Тельтамака. Как твои дела? Смотрю тебя еще с Rasta Legacy. Меня брат на тебя подсадил. Народ, ставим лайки, переподписываемся на Олега. Спасибо. Ой, подписываемся. Спасибо огромное. Ого, от Анти еще 100 рублей за убийство дает. Нихера себе. Рядом в соседнем доме под тобой топают. Спасибо. Бля, это херово. Заебись, я в зоне. Что, папич? Это челлендж без ушей, я нихера не знаю, где кто. Я только чат сижу, читаю. Грины там слева, еще что-то там слева. Слева дом перестрелка. Вот там, что ли? Мне похеру, я в зоне. Я же говорил, центр весь занят. Естественно, они будут слева. Где им еще быть? Блядь, я же конченый, я мотоцикл оставил. Я хз, что сейчас делать, просто даже не представляю. Действуй со своей тактикой. Да как, ну блядь, там в зоне вся борода эта. Мне как-то вот сюда бежать надо будет. Как, я не знаю.
Справа в упоре, прямо рядом с тобой, стреляет легас. Да где, блядь? Почему он в дом тогда, блядь, не заходит, сука? Справа, рядом. А чё он в дом не заходит, блядь? Справа в доме есть. Откуда справа в доме, если там зона? Очень близко. Вы меня троллейбасите, да? Около тебя. Рядом. Двое рядом. Заебись вообще. Или троллят? Топает без босоногий. Рядом у тебя топают. Ну а чего они на второй этаж-то тогда не поднимаются? Я не понимаю вот этого. Прямо у тебя стоит. За углом. Блядь. И где, блядь, они? Видел. И чё, как мне здесь выжить? Ебать, я обоссался, ты чё? Блядь. Я просто писить хочу сильно. Вижу. Спасибо за донатик. Да как он умирает-то? Спасибо за донатик. По всей крыше меня дрочит. Видел. Тупо
тупо лайк, тупо подписка, тупо VIP-сосиска. Это охренеть.